Привет, танкисты! Соскучились по видеоблогу? И он по вам. Сегодня в выпуске. Считаем зрителей, отвечаем на вопросы и балансируем. Поехали! Ну что, друзья, 4 финальных боя Стар-серии сыграны. Вы уже заработали увеличенные голды на 18 апреля. Но чем больше, тем лучше. Обязательно приходите на прямую трансляцию сегодня, а завтра отправляйтесь ловить золотые. Ну и, конечно, не пропустите главное сражение этого сезона в субботу вечером. Две сильнейшие команды танков онлайн сойдутся в битве за звание чемпиона. Победителю достанется 12 тысяч долларов, а вам увеличенные фонды. Чем больше зрителей, тем выше заработок в воскресенье. В общем, зовите друзей, родителей, бабушек, дедушек и приходите на наш киберспортивный канал. Ждем! Самое время ответить на главные вопросы о жизни, вселенной и вообще. Алексей Капитонов не понимает, почему у него в настройках нет опции управления мышью. Кнопки нет, потому что, скорее всего, танки запущены в Chrome или Safari. Управление мышью в этих браузерах на данный момент не поддерживается по независящим от нас причинам. Так что, если хотите оценить управление мышью, заходите в танки через Firefox, Opera или Internet Explorer. Танкист Владислав хочет знать, когда будет решена проблема с читерами. Для нас работа над совершенствованием античит-системы является одной из главных задач. На минувшей неделе мы закрыли серьезную уязвимость – мгновенное ускорение. На очереди вывод защиты от наиболее распространенных читов на сегодняшний день – неуязвимости и прыжка. При улучшении античита мы стремимся к тому, чтобы система давала как можно меньше ложных срабатываний. К сожалению, такие случаи неизбежны, как правило, из-за нестабильного интернет-соединения. Поэтому мы решили, что в ряде случаев срабатывание античита будет приводить не к удалению из битвы, а к моментальному самоуничтожению танка. Использовать читы будет все так же бессмысленно, а в случае ложного срабатывания игрок не будет терять место в битве и заработанный фонд. Что же касается наказаний за текущие нарушения, техподдержка ежедневно блокирует сотни читерских аккаунтов. Если вы видите читера в битве, снимайте его на видео и присылайте доказательства на Help. С ним быстро разберутся. Никита Малейкин говорит, Вулкан слишком нагибает. И спрашивает, будут ли изменения в балансе. Да, изменения в балансе планируются и произойдут уже на следующей неделе. С момента введения в игру Молота и Вулкана прошло достаточно времени, чтобы мы могли подробно проанализировать текущий баланс вооружения в игре. Игроки научились эффективно использовать Молот и Вулкан, поэтому эти пушки стали представлять большую опасность, чем мы закладывали в их изначальном балансе. В ближайшее время мы немного увеличим самоурон от нагревания Вулкана и разброс дроби Молота. Эти изменения не станут основными, так как баланс будет корректироваться путем усиления остальных пушек в игре. Танки, нагретые огнеметом, будут получать больше урона, а основной урон этой пушки станет значительно ниже. Луч Изиды будет цепляться к танкам с большего расстояния, но конус поиска цели станет уже. Приз станет наносить больше урона и будет сильнее морозить башни противников, а корпуса значительно слабее. Обратите внимание, что раньше башня и корпус морозились одинаково. Теперь же замедление разных частей танка будет считаться по-разному. Также огнемет Фриз и Изида получат бонус к скорости перезарядки. У Твинса и Рикошета вырастет скорость полета снарядов. Кроме того, шарики Рикошета будут лететь дальше. Смоки будет наносить больше урона стандартными выстрелами, а критический урон снизится. Пушка станет более предсказуемой и эффективно использовать ее будет проще. Гром будет стрелять реже, но каждый выстрел будет сильнее. Радиус взрыва снаряда увеличится, а урон внутри радиуса будет падать более плавно, в зависимости от того, как далеко была цель от места попадания. Любимая всеми рельса станет перезаряжаться быстрее, а шафт будет наносить больше урона в аркадном режиме. Урон в минуту при стрельбе без прицела вплотную приблизится к показателю в снайперском режиме. Что касается корпусов, все средние и тяжелые танки получат лучшую управляемость, маневрировать на них будет проще. Кроме того, Викинг и Хантер поменяются массами, Викинг станет тяжелее. В ближайшее время мы проведем открытое тестирование обновленного вооружения. Следите за новостями. В
видео недели. Смотрим лучший ролик, который мы получили за последние 7 дней. На этом все, друзья. Обсуждайте видеоблог в комментариях под видео и обязательно приходите на финальные матчи Star City, чтобы выходные были что надо. Пока!